Привет всем, ребят. У меня печалька. На велосипеде колесо проколол. Будем пробовать клеить суперклеем. Вот уже подготовил. Камеру разбортировал. Дырочку нашел. Обезжирил. Жду, пока подсохнет получше. Суперклеем я уже клеил бассейн удачно. Уже и не один год, не один раз пробовал. Теперь буду пробовать камеру от велосипеда. Так, метку нашу убираем. Я специально сюда пометил, чтобы не потерять нам дырочку нашу. Наносим каплю клея и ждем высыхания. Ребят, удачно заклеил я наш колесик, поставил, уже стоит. Двое суток держит. Но мне кажется, чуть-чуть подспускает. Не знаю, не с уверенности говорю, замеры не делал. Так что этот способ рабочий. Ребят, вот допустим, где-то в дороге он сработает. Ну, дальше я не знаю, что будет. Вот. Конечно, уверенности никакой нету, но будем надеяться, конечно, на лучшее. Ребят, кому была полезна информация, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!